Я хочу сказать, что моя команда попрощается с Анансай. Я же говорил, что вам ничего не получится. Ты кому-то можешь писать песенки? Иди лучше нормально делать, заметь. Девочки с маленьким животом. Я знаю, что у каждого из нас бывает тяжело. И иногда случается неудача за неудачей. Но помни, все это лишь проверки. Взращивай веру внутри себя и никого не слушай. Верь в себя и свою лучшую жизнь даже тогда, когда все идет против тебя и твоей мечты. Знай, что ты уникален. Неважно, откуда ты, как ты выглядишь, какого цвета волосы, с какого ты города, деревни или страны, какой ты национальности, сколько тебе лет и где ты рос. Все это не важно, когда есть мечта. Человеку не может прийти в голову та мечта, которая ему не по силам. Так что знай, все, что ты можешь представить, реально. Верь и делай. Верь и делай. И побеждает в номинации «Саундтрек года» Анет Сай. И первое место занимает клип Анет Сай и Нилетто на песню «Не люблю». Отдохните, побудьте в моменте. Смотрите, сегодня я отдам вам все самое лучшее, что у меня есть вот здесь, внутри. Взамен вы проведете этот вечер на максимум и будете очень громко хлопать. Договорились? Раздавали культуры 100 рублей. Есть? Есть такое? А можете воздух поднять? Поднимите, у кого есть. Поднимите вверх. А наверху? Есть? А дайте свет на зал. А у меня есть купюра? Дайте мне купюру. Я хочу сейчас сделать фото, легендарное фото. В начале этого концерта поднимите наверх 100 рублей. Свет на зал сделайте посильнее, пожалуйста, чтобы ребят всех видно было. Вот так. Я хочу сделать легендарное видео, легендарное фото. Давай, ты делаешь его. В знак того, что неважно, сколько у тебя денег в кармане, какого цвета твои волосы, откуда ты, сколько тебе лет, ничего это не важно, когда есть мечта. Поднимите наверх, история начинается. Поехали!
почти моим припевом. Значит, невозможно стало возможным. А если я смогла это однажды сделать, то по-любому ты сможешь.